Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. Ну что ж, 12-й день, мы забираем с тобой сундук. Так, склянки, руны, рыба, опять руны. Все, да, на этом у нас? Скудненький, конечно, у нас подарочек, ну да ладно. Так, заберем с тобой, наверное, бесплатный пак. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Монета Удина, а внутри... А внутри шторморез, костолом, водорез и все. Подожди-ка, там что у нас, шестеренки? Так точно. Так, ну что, посмотрим, сколько у нас, ребята. 15 минут и 10 секунд нам остается подождать, и у нас будет готов зал совета. Так, ну что же, мы подождем это все дело. Так, заберем этот топорик пока. Так, ну что, Барсик, ты будешь у меня переходить в титаны? Нет, конечно же нет. Он плевать хотел на меня и на нас всех. Он сказал, я ничего не буду делать. Я буду себе спокойненько, как говорится, прокачиваться. Так, давай-ка, сарделечка, иди, тренируйся. Так, кто у нас еще тут? Костолом без работы сидит, а? Так, древоруб. Ну, естественно. Ветрокрыл. Громыль. Давай, лети. Так, а водорез-то чего у меня? Сидит, прохлаждается. Так, беззубик, что-то мне принес. Ну-ка, покажи. 40 миллионов рыбы. Отлично. Так, давай-ка мы держать крепче. Бесплатно. Так, вроде бы здесь все, да? Здесь сделали. Так, посмотрим, что у нас тут. Древесину заберем. Отправим дальше. Так, рыбу тоже забираем. Так, весночес у меня получает уровень. Мы его дальше кормим. И пускай дальше идет на тренировку. Пускай дальше у нас тренируется. Так, секундочку. Кто-то у нас еще. Так, громобой. Так, зеленая смерть. Забираем и отправляем дальше на поиски. Так, где у нас еще наш охламон? Вот он стоит. Мне, друзья, пишите, да? Рэй, когда ты будешь уже собирать на третьего легендарного дракона? Ребята, я бы с удовольствием бы начал бы собирать, но вы прекрасно видели, что там нужно и сколько, главное. Боюсь, я не потяну, я не справлюсь. Ну, по крайней мере, в ближайшие вот дни. Вряд ли у меня получится все это прокачать. Так, где у нас вот это? Шлем викинга я уже заберу, ну, просто так, ребят. Для красоты, все равно мне уже... Не успеть в любом случае насобирать. Так, ладно. Здесь у нас, по-моему, с тобой остается последний пак. Да, мы его вскроем. Кревет, шторморез, громыль, громобой защитник. Вот так вот. И все, ребята, можно, в принципе, забивать место. Так, а у нас с тобой, опачки, прямо два события сразу же. Так, подготовка, защитник Олуха. Ну что, друзья мои, вперед из песни. Событие это коротенькое, может быть, даже получится пройти одной заходкой. Вы боец, порядки знаете, нам Икинг охрану поручает, а мы на вас валим. Не, деваться вам некуда. Ты понял, они на меня все скинули, типа, мне деваться некуда, придется, типа, отбиваться здесь. Ладно, как скажете. Мне, в принципе, не тяжело. Так, и это у нас шепот смерти. Угу. Пока он здесь один, но две волны, друзья мои. Так, я вижу, что он не очень-то силен. Пока начинается все с 13 уровня. Ну что ты там бухтишь, а? Так, ну что, мы его уничтожили. А здесь у нас шепот смерти и кревет. Так, ну естественно, мы начинаем с шепота смерти. Тут уже, как ты видишь, 13 уровень, да? И 14. Опять же, это нам все по плечу. Как раз мы пока с тобой два события пройдем, у нас, наверное, построится зал совета. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватает, все, ребят. Ну что, первый поединок довольно легкий был. Ну что, крутим колесо и смотрим. Рыба, да, 25 миллионов. Вот оно как. Ну, а мы с тобой переходим на второй поединок и забираем при этом еще пак. Потом 50 рун. И 1000 тусклого янтаря. А в конце 150 рун.
Вот такая вот, друзья мои, будет награда. Скудненькая, ничего не скажу. Но это все-таки есть небольшой шанс нам немножко раздобыть ресурсов. Так, а это у нас водорез. Окей. Начнем с водореза. Как событие называется? Защитники Олуха, да? Я так надеюсь, это нас, про нас идет разговор. Мы типа защитники Олуха, а не эти охламоны. Так, два шепота смерти. Ух. Еще и дымодышащие. Ребята, они сейчас здесь могут нам устроить переполох в маленьком Токио. Так, если этот ударит, мы этого добьем с тобой однозначно. А этот сейчас делает суперудар, верно? Не стал делать. Ну и круто. Так, вмажем сюда, плюс сделаем отхил. И добивать нам надо. Ух, не вышло. Ну что, ждем суперудара от него. Так, ребята, у него, походу, дела нету суперудара. Он почему-то поставил себе атаку. Ну, ты видишь, ему не помогло этому шепоту смерти. Мы его уже разобрали. Так, а вот дымодышащий сейчас, по-моему, довыделывается. Ну что, пробиваем. Все. Второй бой тоже прошел у нас отлично. Ну что же, давай заберем награды. И это будет опять 35 миллионов рыбы. Допустим. Так, забираем с тобой 50 рун. И сейчас будет поединок у нас за 1000 янтаря. Получим янтарь. Будет проходящий поединок. А в конце нас будет поджидать боссик. Но мне кажется, что здесь будет боссик так себе. На изи. Главное нам пройти с тобой это событие. Так, ну что у нас тут? О, криво-кривы. Криво-крив. Один и второй. Поехали. Как ты видишь, это фиолетовый, да? Они 15 уровня. Я думаю, для нас это вообще на изи. Но у них мощные, по-моему, удары, насколько я помню. Фаерболы. По-моему, так. Надеюсь, мы этого не увидим с тобой. Так, давай понизим броню. Сделаем укус. Так, а сейчас посмотрим, ребята. Фулл энергию он набрал. Да, он все-таки фаерболами бомбит. Так, а здесь у нас... Ага. Опять два шепота смерти. Один из них промахнулся. Что нам выгодно и на руку. Поехали с середочки. Начнем с тобой. Плюс отхил. Потому что барсика нам нужно с тобой как-то немножко защитить. Но этот охламон, скорее всего... Ага. Я думал, что он будет барсика бомбить. Куда? Опа, уклонение. Замечательно. Тут немножечко не вышло, но уже не страшно. Уже, ребят, не страшно, потому что, в принципе, мы одного шепота смерти разобрали, а вот этого мы сейчас с тобой разберем. Причем все останутся у меня целенькие. Да. Ну что, пора ему прописать, плюс сделать... Ну, давай так вот кусанем его чуть-чуть. И здесь. Так, а это у нас зеленый. Да, он будет очень таким крепким. Плюс он глушит, как мы видим. Но это нам все равно. Мы можем повесить на него, ребят, слепоту. И теперь он нам не страшен, потому что он ничего не сможет сделать. А вот мы-то как раз мы будем здесь очень-очень больно делать. Понизим ему броню, чтобы знал. И добиваем. Все. Легче легкого. Ну что, крутим колесо и смотрим. Делла... Блин, я вообще-то думал, что мне достанется плод мудрости, но 75 древесины, 75 миллионов тоже, ребят, на дороге не валяются. И мы забираем с тобой 1000 тусклого янтаря. Все это, естественно, на почту летит. Ну что, остается всего лишь два поединка. И что-то мне подсказывает, что у нас все это будет на изи. Так, давай посмотрим, кто у нас тут. Ага, криво-крив плюс прихвостень. Ой, прихвостень, елки-палки. Престиголовый, конечно же. И дымодышащий. Ну, я, наверное, вот с этого начну. Хотя этот тоже фаерболами бомбит. Твою дивизию. Они оба фаерболами бомбят, да? Получается, а этот еще имеет суператаку. Мощную причем. Смотри, что творят. Ты смотри, что творят, ребят. Вынужденная мера. Нужно было нам с тобой его захилять в любом случае, иначе вещь что творит.
Видишь, что творит жучера. Так. Давай сделаем, наверное, таким вот образом. Пробивной и укус. Понимаешь, дело в том... Блин, ребята, дело в том, что это только первая волна. Ладно бы это была последняя, но ничего уже не поделаешь. Так, делаем сюда слепоту. Я не знаю, сможет ли у меня Барсик справиться вместе с Кривоклыком. Но я думаю, что могут. Но нам придется с тобой очень много тратить энергии. Так, он слепой. Сейчас даже если сделать суперудар, нам как бы на это по барабану. Это нам не страшно. А вот ему стоит бояться, потому что, по-моему, ему крышка. Так, вторая волна, ребята, смотрим, кто здесь. Ага, шепот смерти, опять пристиголовый и... Так, он промахивается. Слушай, нам бы выгодно, наверное, сейчас взять с тобой, знаешь что? Слепоту. И слепоту, наверное, нам поставить... Ой-ой-ой-ой, куда же? Ну, давай сюда влепим. Давай посмотрим. Пускай он поработает на нас. Отлично, отлично сработано. Ха, уничтожил. Так, а этот у нас замедленный. Да плюс еще была у него атака, по-моему, пониженная. Так, этот еще разок полыхнет сейчас по своему же. Все, нам надо добить как можно быстрее. И остается пристеголовый. Ну что, парень, все, по-моему, ты доигрался. Сейчас мы вешаем на него слепоту. И этот парень полностью в наших, как говорится, руках. Ничего им нам уже не страшно, а вот ему не поздоровится. Изи, по-другому и не скажешь. Давай-ка крутанем и посмотрим. 125 миллионов рыбы. Вот такая у нас награда. Ну что, друзья мои, последний поединок. Смотрим, что там у нас за боссик такой будет. Почаще заходите на рынок. Ага, почаще. Если бы там что-то было на этом рынке хорошего, я бы, может быть, и заходил. Короче, здесь пока никого нету. Даже предбосика нету. Ну что, начнем с шепота смерти, скорее всего. Этот мне не нравится. Уже начиная сразу фаерболами. Понизил сразу же, ребята, броню. Какой может быть тут справедливости речь? Скажи мне на милость, а? Ну вот, а какой? Так, нам... Да, хил будет доступен. Если мы доживем до этого хила, доживем. Так. Смотри, что творит, а. Он всем хочет понизить броню, вот этот охламон. Поэтому надо его бомбить. И как можно быстрее. Так, понижаем ему броню. Ну что, он сейчас сделает укус или фаербол опять же. Ты достал уже, эй, хлыщ. Ну что, распитываешь его тогда? Здесь сделаем укус. Здесь же еще сразу делаем, ребята, отхил. Обязательно, потому что впереди нас поджидает босяра. Так, ну что, нам придется, наверное, с тобой потратить грушу. Не хотел я этого делать, но вынудили. Ох ты, елки ты палки. Друзья мои, наверное, нам нужно разбираться вначале вот с этим, потому что мы все прекрасно видели, что они нам понижают броню. А тройным ударом мы займемся чуть-чуть попозже, если, конечно, успеем. Так, что он будет делать? Плохо. Плохо, ребята, у нас дела идут. Слушай, нам надо... Ахилл меня этот не спасет, наверное, скорее всего, ребят. Хотя, может быть... Нет, не спасет. Скорее всего, он его добьет. Мы сделаем с тобой немножко по-другому. Вот так вот. Пускай-ка он бомбит своего кореша, да? Мы тоже им займемся вплотную. А потом переключимся, если что. Давай сделаем так. Он сейчас, естественно, свой плевок. Нормуль. Ну что, а теперь этого хлопчика, ребята, мы забираем с собой. Вся, как говорится, ярость наших драконов против них. Все. Ну что, событие это мы с тобой прошли. Одно из двух. Поэтому сейчас пойдем на второе. Только для начала крутанем колесико и... Блин, рыба. Лучше бы, конечно, древесина, но фиг с ним. Ну что, ребят, забираем 150 рун. Ого, ничего себе, сумели такие. То есть, ясное дело, сумели. Держите, вот, ни разу не краденые. Конечно.
Руны где-то уже стырили. А, друзья мои, вот как раз и зал совета у нас с вами прокачался. Ну, это, ребята, всегда прогрузки идут. Максимальное количество 2550. Доступны новые сооружения. Ну что, что зависло-то, ё-моё? Не прогрузилось еще что ли, до конца? Не надо это мне. Отмена. Так, что это за новое задание здесь? Почему ты сам не отправляешься в приключения, Эйкинг? Ну, в смысле, я постоянно улетаю с Олуха. Да, но когда в последний раз ты отправлялся куда-то, не по делам, а разве тебе не хотелось бы сесть на Беззубика и просто полетать? Я и не вспомню, когда такое было в последний раз. Даже как-то странно лететь куда-то без определенной цели. Так, завершите приключения Икинга и Беззубика. Что еще там за приключения Икинга и Беззубика? Не знаю таких. Так, Грамгида включает уровень. Так, отправляем ее качаться. И также нашего верхолаза. Академия заполнена, к сожалению. Так, ну что, давайте теперь посмотрим, что у нас там получается по постройкам. Хижина викингов. Ставим. Так, ускоряем бесплатно. Сделали, да? Давай дальше. Еще один домик. Тут 3 минутки надо подождать. О, какой тут домишко. Так, ребят, древесина, конечно, улетает со скоростью света. Тут вообще полтора... Подожди-ка. А, тут 310 тысяч. Нет, тогда нормально. Это терпимо. 310 тысяч — это 1,5 миллиона. Давай вот сюда, наверное, куда-нибудь поставим. Ага, еще, да, одно? То есть даже не одно, ребят, там... Куда поставить-то, а? Хочется и место как бы подэкономить. Сюда влепим. Так, еще одно. Сюда и, по-моему, последнее, да? Да, ребят, последняя хижина. Вот здесь она будет стоять. Ну что, домики у нас, естественно, построятся. После этого нам дадут, наверное, задание, как всегда, улучшать лохань, да? Да, необходимо викингов 2990. То есть нам придется в любом случае с тобой ждать, пока там все это отстроится. Ну что, а у нас с тобой угроза. Драконий корень угроза. О, даже как. И это событие... Оу, щит. Вот это событие, ребята, уже длинное. Длинное и долгое. То есть, ну, как ты понимаешь, за одну заходку у нас пройти его не получится. 2-3 серии, как обычно. Так, шепот смерти, Громоль, что-то тут салютует у нас народец. С чего вдруг салют? А почему я начал Громоля бомбить, если мне нужен шепот смерти, скажи мне на милость, а? Что это за, блин, фокусы такие, я не понял. Ладно, давай тогда добивать его. Так, это одна волна, ребята, всего лишь будет здесь. Ну и хорошо. Хорошо, что она одна здесь, да? Смотри-ка, Барсика бомбит. Надо было мне, дурачку, здесь, ребята, понизить ему защиту. Но мы и так с ним справимся. Отлично все. Давай-ка посмотрим, что нам здесь достанется. И это древесина. 50 миллионов. Так точно. Ну что же, мы двигаемся дальше. Так, забираем с тобой 1400 тусклого янтаря. Что не очень мало на самом деле. И поединок. Тут получается 2 поединка будет, потом 50 рун в коллекцию. 2 обычных пака. Плюс ареновский пак, 75 рун. 2 светлых янтаря и 400 пробирок в конце. Награды, если честно, так себе. Могли бы что-нибудь и поинтереснее, так сказать, засунуть, да? Ну ладно. Сколько здесь волн? Тоже 1 или 2? Тут 1 волна, ребят, ну... Сам понимаешь, все будет легко. Начинаем с шепота смерти. Тем более он промахивается. Поехали. Так, шепот смерти мы с тобой сейчас уничтожим. И после этого будем, наверное, брать водореза. Это будет оптимально для нас. Ну, а там уж, как говорится, и громорок подоспеет. Так, понижаем защиту.
12-13 уровень. То есть для нас это вообще, ребята, детский сад. Но уничтожить не смогли. Так, громорог бомбит. А, почему он не пробил, ребята? Потому что у него пониженная атака была. У нашего кривоклыка. Вот из-за чего. Он не добил водореза. И понижает нам атаку именно громорог. Ну да, видишь, даже барсик очень слабо бьет. А шторморез бомбанул хорошо, потому что не было на нем дебафа. Давай-ка крутанем еще разочек и посмотрим. Тут нам выпадет, неужели прилив сил? Спасибо большое. Итого у нас их становится 10 штук. А мы с тобой двигаемся дальше. Как говорится, за рунами двигаемся. Так, и энергия у нас с тобой заканчивается. Еще два поединка мы осилим, а дальше все. Мне кажется, здесь будет две волны. Так точно, две волны, друзья мои. Так, это кто у нас? Давай, наверное, с него и начнем тогда. Так, ух ты, неплохо им так прилетело. Ну чего ты там? Ты еще и не попал. Уничтожили. Так, кусаем. Понижаем броню. Так, ну он сейчас, естественно, что-то сделает. Блокировку делает. Это ему не поможет. Так, ну что, здесь, наверное, начнем с этого, да? Поехали. Так, плюс отхил. И добивка. Так, и остается Громель. Маленький зеленый карамельный Громель. Смотри, что он делает. Че он повысил себе атаку? Воу-воу-воу, жук. Успокойся. Так, ну тут тоже все легко было. Крутим, забираем. Что? А, рыба, 25 миллионов. И 50 рун, как говорится, сверху нам падает. Итого у нас становится 1265 рун. Так, ну что, мы переходим с тобой. Значит, мы здесь подеремся, здесь, и заберем этот еще к тому же пак. Успеем его прихватить. Он от нас никуда не денется. Так что погнали. А что это здесь одного громорога поставили? Сколько волн? Две. Интересно. Нет, я не против. Чем меньше врагов против нас, тем, как говорится, мне слаще. Поехали. Разбираем. Так, понижаем сразу броню и добивку. Моментально просто делаем. Все, давай смотреть. Ну, а здесь что? Шепот смерти и опять же громорог. Напугали меня, да? Напугал, как говорится, кота сосиской. На тебе. Получи. Нет, он ничего не успеет сделать. Ну вот фаербол его, конечно. А, ё-моё, я... Ребята, я его не заметил, прикинь. Я вот этого, я думал, они вдвоем. На этого даже не обратил внимания. Господи, даже надо так заиграться, а? Не заметил этого мелкаша. Конечно же, это же у нас дымодышащий. Естественно. Так, ну я, наверное, громорога все-таки попробую сейчас забомбить. Если получится. Не нравится мне вот этот его дебаф, который он вешает. Давай-ка мы тоже дебафчик повесим на него. Понижение брони. Воу, не попал. Ну что, расписываем? Так точно. Все выжили у нас. Сейчас заберем награды и пойдем с тобой на последний поединок. Блин, я уж подумал, плод мудрости, но древесина. Ладно, перед строительством древесина нам, друзья мои, тоже пригодится, потому что сейчас, как только поставятся у нас домики, избушки викингов, начнется глобальная стройка. Ну, а мы с тобой идем за паком, за обычным. Так, и здесь, как ни странно, опять всего лишь один шепот смерти. Стоит, встречает нас, да, здесь? С улыбочкой своей когтистой, на! Ну что ты, что ты, что ты там? Такой весь в шипах. Страшно, да, типок, на самом деле? Как роза. Кстати, громобой тоже, ребята, весь в шипах. Так, слушай, подожди, мы, наверное, начнем... О-о-о, друзья мои. Давай, наверное, вот так лучше сделаем. Потому что громобоем мы запаримся бомбить. Он зеленый, он очень крепкий. Так что мы сейчас, наверное, с тобой по столом ушатаем. Потом попробуем ушатать громорога. Наверное, так будет эффективнее все-таки. Блин, ты посмотри, что-то они часто ходят.
Мне не нравится вот это вот положение дел. Ну что, Костолома мы с тобой убрали. Что такой паршивенький ударчик был. Теперь я все-таки хочу Громорога. Сейчас будет, наверное, массовая атака. Воу, он еще и промахнулся, прикинь. Он промахнулся, ребята. А вот это вот не надо. Вот не надо вот этих вот выкрутасов. Так, ты сможешь добить? Сможешь. Так, ну что, кого он кусанет? Ну, естественно, наверное, Ветер... Да. Ветрокрыл, я уже заговариваю за стол. Конечно же, это Шторморез. Так, ребят, давайте мы, наверное... Нет, я сделаю чуть-чуть по-другому. Я его обману. Вот таким вот образом. Пускай бродит в неведении. Да? Заодно у него в этот момент как раз все, у него спал. И атака, и его защита, которую мы на него вешали. Так что теперь он наш. Все. Энергия закончилась. Крутанем. Заберем древесину, да, 50 миллионов, естественно, что они еще могут мне дать. Я единственное не могу понять, ребята, я забираю 50 миллионов древесины. Почему у меня как было 355 миллионов, так и осталось? Почему не прибавлялось? Интересно. Ладно. Все, энергии у нас с тобой больше нету, поэтому закрываем здесь. Переходим сюда. Получаем свои награды. Тусклый янтарь. Так, 30 склянок. Плюс еще 30. 50 тусклого янтаря. И 50 склянок еще сверху. Так, наездники. Ну, тут понятно, тут нам ничего не светит. Мы можем заказать с тобой... А, надо забрать его, конечно же, он же у нас на почте лежит. Так, давай вначале мы откроем с тобой набор. Так, монетки Улина прилетели. Громль Костолом, Вострозуб и ресурс. Подожди, это что тут у нас? Металл, что ли? Так, точно, друзья мои, начали давать металл, это уже радует. Так, а вот и тусклый янтарь, который пойдет, естественно, сейчас на переработку. В тот самый светлый янтарь, который мы ожидаем. И последний пак. Давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Так, Костолом, Кревет и Шторморез. Ну и по чуть-чуть ресурсиков дали. Давай-ка мы быстренько с тобой сделаем два светлых янтаря. Здесь нам больше с тобой забрать нечего. Как там? Трупожабка. Для мин доступен Дракон Граф. Дракон Граф? Так и звать его прям. Я вот смотрю, ребята, и удивляюсь, сколько еще драконов нужно собрать. Их, ну, ребята, их просто какое-то неограниченное количество. Ну, ты посмотри просто. Просто вот полюбуйся, сколько их еще можно здесь собирать, собирать и собирать. У меня вроде кажется, да, так много драконов. Но на самом деле это мелочь. Это просто мелочь. Так, слушай, по-моему, тут какие-то домики уже должны были построиться. Там по 3 минутки, я помню, да? Был заказ. Но что-то как-то... Что-то я не пойму. А где у меня эти домики? Друзья. Куда их там? Так, а ты что сидишь-то? Давай, иди. Куда-то я их поставил и забыл, друзья мои, куда я их влепил. Прикинь. Надо было вот здесь вот строить, да и все. Всех, как говорится, все в одну кучу. Было бы... Так, вот. Собрали домик мы с тобой. Это не домик я собрал, это я собрал древесину, который приносит ужасные чудовища. Слушай, ну нету... А, вот, 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 вот. Вот теперь, да. Плюс 2 всего лишь викинга. Ну, здесь, как ты видишь, 11 часов, 11 часов. То есть, довольно приличное количество времени на это все уйдет. Плюс улучшите великую кузню до 1 уровня. Это будет лачуга викингов. То есть, дальше мы с тобой без прокачки великой кузни ничего не сможем делать. А если я не ошибаюсь, чтобы ее прокачать, что нам нужно? Чтобы нам ее прокачать, нам нужно 100. 12 драконов 100 уровня. 12 драконов. Это я даже, ребят, боюсь представить, сколько мне придется
собирать ресурсов. И сколько на это уйдет времени. Просто представь, сколько на это уйдет времени, чтобы все это сделать. Это ужас. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.